Спасибо, Укры. БМПшные. БМПшные снарядики. А вообще вон сколько. Это пустой. Вот. Это полный танковый. Вот все. БМПшные. О. Ага. Вот а где из-под СПГ? А? СПГ где? А да вот. Они все, они по туне, это на СПГ и на БМП. И на БМП, да. Это да, только у них разница только. Вот это вот? В заряде, вот это СПГшный. Ага. А так, в принципе, у них... Это они говорят в полном порядке, отступали, да? Да. Все четко, все вывезли. Вот, да. Даже кухни, я так понимаю. На кухне полно всего. А что, этим еще резину наладим, мы, в общем-то, готов, да? Да, вот, еще Укровский, да? Да, радиатор поменяют, резину и поехали. И все. Будет дальше воевать. Скажешь что-нибудь? Тем, кто... тем, кто ну, говорит... Вам привет, пускай их побольше будет, будем резать больше. Нет. И техники побольше будем отжимать. А те, которые говорят, я не могу, в армию у меня дети. А те, что дети, блядь, пускай сидят нахуй, на Украину валят дальше. А у тебя сколько детей? Четверо. И все дочки? Да. Ювелир. Ага. Ну, брокодел. Сам ты брокодел, ничего, после войны еще пару сыновей сделаем, будет ништяк, нахуй. Землю отобьем свою, будет нормально. Дай Бог, чтобы живу на самом деле. Поле и держали оборону. А они сюда накидывали? Ну, накидывали. У там, я не знаю, если не сперли наши мародеры, мародеры кругом-то есть, у укропов отжали полмашины меди, проводов, кабелей. Уже перепаленное, все остальное. То есть, прям на меди, и воюют, и зарабатывают, да? Ну, вот мы хлопцев поменяли, они сами сказали, что ехали, короче, они как будто как сдаваться. Хотели прорваться, и пол машины, там чуть тонна, чуть полторы тонны было меди. А вот эти два укропа лежат в берцах. А, ну что, никто не хочет забирать их. Я снял их, они вроде в гражданской, но ребята говорят, это укропы чисто в берцах. Ну там еще было, но тех позабирали. Да. Вчера, когда АБСЕ было, была АБСЕ, они посмотрели и уехали. И потом приехала машина, их забрала. Ну вот, пацаны, завели. Да ты че? О, завели. О! Вот и завели БДМ-очку укропскую. Спасибо, Укры, спасибо. О, и поехало еще. Колесо заменили только.